Всем привет, друзья! И с вами, как всегда, Лёва. И вот появилась очень и очень интересная новость. Я считаю, что просто новость, которая заинтересует вас. Минобороны Азербайджана в ближайшее время завершится полный вывод военного контингента РФ из Карабаха. В Хаджале проходит церемония по выводу военного контингента РФ из Карабаха. На ней присутствуют высокопоставленные офицеры Минобороны России и Азербайджана. Процесс вывода миротворцев с территории в настоящее время продолжается и завершится в ближайшее время, сообщил глава пресс-службы военного ведомства Азербайджана Эйвазов. 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил вывод военного контингента РФ из Карабаха. Позже помощник президента Азербайджана Гаджиев отметил, что это решение принято руководством Азербайджана и РФ. 2000-й военный контингент был размещен в Карабахе сроком на 5 лет после окончания войны между Азербайджаном и Арменией 2020 год. Друзья, не забываем подписываться, ставить лайки и обязательно высказывать свое мнение в комментариях. Комментарии и ваше мнение очень важны для меня и для тех, кто обсуждает эту тему.